Разъезд! Чушь-фаны! Ералаш тут? Не видели? А мы к Тилькину. Бабушке его позвонили, сказали приехать. Давайте, пацаны, слово дадим. Слово пацана. Слово пацана. Слово пацана! Сейчас все рассказываешь, только правду, понял? Как пацан пацана. Ты же интеллигентный молодой человек. Что это за блатная романтика? За что я стал отцом бандитом? Ситуация некрасивая во всех смыслах. Не по понятиям за такого вписываться. Но это наш пацан. Пусть каждый сам решает, как быть. Кто со мной, тот со мной.